Светлану Константиновну в «Калис Спецтрансе» называют лицом компании. Она первое звено в работе с заказчиками. Диспетчером Светлана Цуба работает 18 лет. До этого занималась делопроизводством. Трудовой стаж в «Калис Спецтрансе» 35 лет. Работу свою опытный диспетчер знает досконально. В коллективе знакома с каждым. Это и помогает качественно выполнять все задачи. Нравится и там, и там. Ладно, что в одном месте рабочие как бы все свои, все окружение знакомо. Работаю я, конечно, со всем коллективом. Тут замешана и ремонтная мастерская, которая ремонтирует, чтобы побольше выпустить техники. В сцепке в одной с начальниками колонн, которые помогают очень сильно утром, особенно. Мало ли водитель заболел, тут же экстренно быстро меняем все, чтобы техника вышла, все, что можно, чтобы было в работе. В обязанностях диспетчера прием заявок, их обработка и в итоге предоставление техники заказчику. Ежедневно Светлана Константиновна отправляет в рейс сотни машин и знает, где работает каждая из 400 транспортных средств. Это только на первый взгляд труд диспетчера однообразен, говорит Светлана Константиновна. На самом деле работа каждый день знакомит с новыми людьми и ставит новые задачи. Тяжело, но нравится тем, что как бы разнообразие какое-то. Хотя она, казалось бы, одно и то же, но все равно заявки разные бывают. Заказчики вот сейчас у нас разные. Если раньше было только один Беларускалий, то сейчас есть и сторонних много. У нас появился автокран грузоподъемностью 500 тонн, который ездит и по Беларуси, и за пределы. В общем, интересно. За годы работы в «Калис Спецтрансе» Светлана Константиновна успела удостоиться звания ветеран труда, заслуженный ветеран труда. А в 2018 году ее имя было занесено на районную доску почета. Такая оценка приятна и почетна, хотя лишнего внимания к себе женщина не любит. Скромность – еще одна черта Светланы Цуба. Очень грамотный, технический человек. Ответственная, потому как работа очень серьезная и ответственная. Бывает, что очень срочные, важные вопросы приходится решать на ходу, вот, иногда даже на бегу. Вот, и где-то что-то забыть, ну, может быть, катастрофически отразится на, в том числе и на предприятии, и на тех заказчиках, которые мы обслуживаем. Поэтому, ну, очень важные иногда и быстросрочные решения принимает, поэтому охарактеризовать, если запросто одним словом, то уникальный человек. Это если одним словом так сказать. Во все времена движение вперед обеспечивают те, кто понимает, что от результатов его труда зависит благополучие предприятия. И чем больше таких неравнодушных и трудолюбивых людей, тем успешнее будет наш Солигорский район.